Всем привет, вы на канале Тыковка ТВ, и сегодня я снимаю продолжение сериала «Мой новый друг». И давайте продолжать. Так, выгони этого дракона. У нас из него одни лишь проблемы, выгони его. Ну, мама, он добрый. Я соглашусь с мамой, потому что от него лишь один вред. В нашей комнате стало тесно и неуютно. Так еще меня будут все обзывать в моем классе. А я там самая крутая, поэтому убери этого дракона немедленно. Но стойте, не надо. Он же всего лишь беззащитный дракон. Беззащитный? Беззащитный? Мама, убери его. Убери его. Он кусается. Он тебя укусил? Нет, он никого еще не кусал. Да он меня укусил больно, вот, в копыта. Это правда? Пожалуйста, не говори. Это правда. Но он не кусал, она врет. Ну, знаешь, сестренка, мама мне поверит, а тебе нет. Ты привела этого зверя домой, точнее, он упал. Это правда, мама, он укусил меня больно. Глупый дракон, иди отсюда. Что ты его... Мама! Доча, хватит. Будем жить, как жили. Да-да-да-да-да. Все, я пошла. Больше никаких разговоров о драконах. Она его выгнала. Несправедливо. Но я это не дам сделать. Вот мой чемодан, я пошла в парк. Я! А! Кто вы? Что вы? Ой, что вы? Кто вы, точнее? Я ученый, молния, мы знакомы уже. Я вас не знаю, не хочу знать. Вы моего дракона потеряли. Это мой дракон. Я его вывел. И я разбогатею, когда сделаю таких много драконов. Скажите, где он? Я вам ничего не скажу. Но я скажу маме, что это вы. Это вы изобрели этого дракона. А она королева. Она сделает все, что угодно с вами. Ах. Ты так думаешь, что она все сделает? Да, она мне поверит. Но она же тебе не поверила, что дракон безопасен. Откуда вы это знаете? Я подслушал, и все. Я этого дракона найду. Скажите, где он? Не скажу. Ой. Вот вам все. Дружок, где ты? Ой, ладно, пойду домой, а то меня еще он убьет как-то. Так, все, я дома. Ну и где ты была, своего дракона искала? Я его больше уже никогда не найду. Конечно, ты уже целых 3 недели ходишь. В смысле 3 недели? Только первый день. Но для меня это уже 3 недели. Ты так долго этого дракона ищешь. Я буду его еще искать. Спустя месяц, а может и 2 месяца. Я его уже точно не найду, где я только не была, где я только его не искала. Хватит скулить, мы нормально живем без этого дракона. Но ему же страшно одиноко. Все, я пошла последний раз в наш парк, где мы с ним были. Все, отстань. И этого ученого вроде нету. Ой. А вот и продавщица там, вроде все тихо. А? Что там за кустами? Ой, надо бы посмотреть. Кто же там? Кто там? Кто это? За кустами. Это дружок? Он так вырос. Где он? Это не похоже на дружка дракон. Дружок маленький был и миленький, а это был
большой. Зато он так похож на дружка. Кто ты такой, дракон? Какой красивый. Но это не мой дружок. Хотя это единственный дракон, что я думаю. Ну... Это точно дружок, дружок. Как ты вырос. Я вот тебе покушать принесла. Ой, пока никто не видит. В принципе, никто не видит. Вот я тебе принесла рыбки покушать. Вот на. Ешь. Молодец, покушал так. Все. Надо тебя отвезти. Блин, я тебя не смогу домой отвезти. Ты такой большой. Мама точно не разрешит. Надо тогда мне тебе какой-нибудь как дом найти. И где вы могли мы вместе быть? Мама, я, ты, сестра моя надоедливая, которая вечно хочет пользоваться моей косметикой. Но это ладно. Да? Ваше высочество! Какой большой дракон! Я не хотела. Так, оттащим ее сюда. Так, куда бы тебя, пока она не очнулась, я попробую тебя оседлать. Как это страшно, я тебя не смогу оседлать, ты такой страшный и большой. А, стоп. Нет, ты летишь, нет. Я упала. Ладно, пойдем домой. Ты еще пока хоть и большим стал, ты еще не умеешь летать. Сестра, ты не поверишь, только ты должна немножко подвинуться. О, ну что опять? Ты что, нашла своего дракона? Воображаемого. Крокозябра. Да. Что? Что он тут делает? Я его нашла. Ну как тебе он? Он громадный. Что ты думала, когда этого дракона сюда притащила? Я думала, ничего ты не думала. Все, убери этого дракона. Это мое последнее слово. Или я все маме расскажу. Уже вечер. В парке уже никого нет. Иди в парке с ним. Ну ладно. Ай, выгнали меня. Меня, принцессу, выгнали. Ох. Ладно, что будем делать? Так, ты, конечно, очень милый, но за тобой охотятся. О, нет. О, я знаю, что-то посыпалось. Это я. Ха-ха-ха-ха. Ах ты, иди отсюда. Иди. Отдайте мне дракона, или я все расскажу вашей матери. Не отдам. Отдадите. Ха-ха. Ой, где они? Где они? Где они? Где? Ой, не вижу их. Ну, нету их. Где они? Ну, вот, как назло, нету их. Ах, я злая. Да только я его нашла. Я расскажу маме. И не побоюсь. Или нет. Расскажу. Продолжение следует. И всем пока. Поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал. Всем пока. Пока-пока.